вот человек, ничем не хуже других. Однажды он начинает оценивать свою внешность и часто остается недоволен. И даже одно небрежное замечание от окружающих по поводу внешности может породить целую цепочку комплексов. Тогда человек начинает отгораживаться от окружающего мира. А что же делать, когда камнем преткновения становится избыточный вес? В какой-то момент я просто закрылась дома, и мне не хотелось никуда не выходить. Я поняла, что мне уже не доставляет удовольствия практически встречи с друзьями, потому что большинство подруг очень стройные, красивые. Вот это недовольство внутреннее собой, оно наружу выходило и в итоге выливалось в конфликты с окружающими людьми. Но самое главное, оказалось, что вся причина, она внутри, во мне. Были такие случаи, когда, допустим, я захожу в магазин, мне говорят: девушка, здесь нет вашего размера. Вот сразу какое-то вот неприятное чувство такое. Потому что, ну, у меня дочка есть, и я всегда так думаю: я не себе, я дочке. Я была постоянно скованная, зажатая в общении, в поведении. Есть такое заблуждение у многих людей с лишним весом, что как только я скину вот эти 10, 20, 30 килограмм, я сразу же стану красивым. И человек сбрасывает 20 килограмм, 30 килограмм, но он по-прежнему собой недоволен. Это происходит в том числе, если освобождение от лишнего веса происходит искусственно, без изменения самовосприятия. Вот. Поэтому работать надо с причиной, с тем, как человек себя чувствует, воспринимает. Сейчас Мария с улыбкой показывает свои старые фотографии, какой была раньше, до прихода в центр снижения веса. Уже год, как ее вес снизился на 20 килограмм. Вот краски мира, они стали как-то ярче, потому что, может быть, многого не видела вокруг. Стало легче дышать и в прямом, и в переносном смысле. Легче по жизни просто идти. Стали какие-то проблемы, трудности по жизни легче решаться. Теперь в центр Мария заходит только иногда за консультациями, а прогулки даже в самых оживленных местах для нее одно удовольствие. Заодно и возможность испытать новенькие туфли на высоком каблуке. Я остаюсь совершенно независимой. Независимой от каких-то якобы чудодейственных средств, от каких-то якобы чудодейственных процедур. Я просто один раз получила от специалистов центра в руки инструмент, которым я могу пользоваться всю свою дальнейшую жизнь и регулировать свой вес так, как мне это будет необходимо. Вот этот сарафан я одевала в октябре месяце. Раньше он был мне впритык. Результат Оксаны после центра без диет и всего за 8 месяцев составил минус 26 килограмм от 115. Теперь на форуме Оксана – главный советчик новичкам. Она – живое доказательство эффективности программы тем, кто еще сомневается. Хочется такого, какого-то более такого яркого. Купила себе новую куртку и купила оранжевого цвета. И она мне так нравится. Мне кажется, раньше я бы никогда такой цвет себе не купила. А сейчас вот прям, не знаю, теперь только вот думаю, к следующей весне она не будет ли у меня большая. А что касается магазинов, то теперь Оксана сама решает, в какой из них пойти и какой цвет и фасон ей выбрать. Один из важных пунктов нашей программы. Мы вначале хотим, чтобы люди полюбили себя, тогда они начнут снижать вес. Без любви к себе, без любви к своему телу это просто невозможно. И срывались. Оставьте диету в прошлом. Снижение веса без запретов. Добро пожаловать в